спортсменка, которая постоянно в разъездах, на соревнованиях, и не только по России. Считаю, что нужно вакцинироваться, дабы себя отгородить от вируса и всех своих близких коллег, потому что это очень серьезно, и это может в нашей спортивной жизни помешать нашей подготовке, выступлению на соревнованиях. Лучше вакцинироваться и знать, что ты как бы защитой. Я как спортсменка, которая всегда идет на результат, на рекорд, призываю всех обдумать и оперативно принять решение о вакцинации, потому что это не только для вас важно, но важно для всех, кто вас окружает.